Сегодня никто не может сказать, по каким картам будет осуществляться демаркация. Для этого должны быть созданы соответствующие совместные комиссии, которые полностью раскроют всю правовую базу, пакеты все действия, имевшие место между двумя соседними республиками в советское время. Об этом 21 января в беседе с журналистами в Национальном собрании заявил глава фракции Армения Сейран Аганян по кличке Хромой Сейран. Сейран Аганян выразил мнение, что Азербайджан никогда не согласится на зеркальный вывод. На вопрос, возможен ли теоретический уход Азербайджана с территории Армении, Сейран Аганян ответил, что теоретически возможно все. Теоретически также возможно восстановление прав карабахцев в Гадруте, Шуше, а также в Мартакерте, Мартуни и Аскеране. Это необходимо для переговоров. Теоретически возможно вернуть Шушу и Гадрут. Для всего этого нужны рычаги. Сегодня эти рычаги есть у политического большинства. Бывший министр обороны ответил на замечание, что если рычаги находятся в руках правительства, то вы знаете и механизмы. Почему бы вам не сотрудничать с правительством в этом вопросе? Я не говорил, что мы знаем механизм. Механизм — это переговоры в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ по международным отношениям и Карабаху, которые включают в себя серьезные тактические и стратегические шаги, реализацию серьезных технических приемов и их отработку. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч!